искусств. В здании бывшего ДК железнодорожников откроется новое учреждение культуры. Лидеры Кубани. В число 25 победителей краевого конкурса вошли 3 представителя «Армавира». Борьба с наркотиками. С начала года в городе изъяли из незаконного оборота более 3 килограммов опасного зелья. Смотрите программу «Новости Армавир» каждый понедельник, среду и пятницу в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру.